Пожалуй, самый обсуждаемый вопрос на этой неделе – решение Совета городского поселения Печоры о превышении тарифов на теплоснабжение. Такое обращение направлено в адрес временно исполняющего обязанности главы Республики Коми Сергея Гапликова. В свою очередь депутаты Совета муниципального района направили свое обращение с просьбой подобного не допустить. В воскресенье свои подписи под обращением к временно исполняющему обязанности главы республики ставили простые печорцы. Те, кто в случае повышения тарифов за свой счет оплатит строительство трубы крупному коммерческому предприятию. Труба пускай будет, только не за счет людей. Конечно. Так и у них каждый год теплотрасса раскопана. Что толку? Старье поставят, а новые продадут деньги в карман. Если бы не ремонтировали. Каждый год же. Ездим на дачу, постоянно раскопана теплотрасса. Постоянно. Вот от угла Ленина строительной и до самого Греца. А где трубы-то делись? Где трубы-то новые? Куда делись? В этом году знаете, что делали с трубой? Сам лично видел. В этом году брали, облизали трубу. Участок, да, вот нижняя часть, где прогнивает она, где стирается, переворачивали на 180 и обратно заваривали. Мы пенсионеры против этого. Что я пенсионер, я заработал эти деньги и должна кому-то отдавать. Правильное рассуждение? Все.